А вот пристрастие к такой, ну, там, к хард-року, к такой серьезной музыке, оно осталось? Что ты сейчас слушаешь для себя? Вот, ну, понятно, что Левкин — это, в общем, виртуоз попсы. Это, ну, куда от этого никуда не лезет. То есть к рок-н-роллу это отношение не имеем никакого. Нет, ну почему? У нас же был заход. Кеды у нас же были, да, после Наны. Да, это коллектив, да. После Наны были же кеды, там просто такая железка откровенная. Славка Качин, сейчас он весь в татуировках. Ну, на самом деле, в Кремле, когда я пригласил Славу вместе с коллективом, он Кикет до сих пор существует, вместе с коллективом выступить у меня в кремлевском концерте, он говорит: «Володь, а мы же все татуированные». Я говорю: «Ну и что? А это же Кремлевский дворец». Хорошо. И вот у меня в сольном концерте была премьера панк-рока на кремлевской сцене. Да, это классно, кстати. Кто мог подумать? Вот сейчас депутаты некоторые говорят, что вот рок-н-ролл разрушил Советский Союз, вот империя. Ну, понятно, что пиарится. Это же поверхность. Вот то, что на поверхности, то они говорят. Ну, почему они не хотят глубже копнуть, кто разрушил Советский Союз? Зачем? Зачем? Mm-hmm. Да, но это политическая тема, она очень обширная, и тут можно... Кто-то говорит, что Кока-Кола разрушила Советский Союз. Ну вот как Кока-Кола может разрушить Советский Союз? Угу. Ну как? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».